нас такая сложная история. Вообще вся история началась с домашнего аквариума. Когда-то у меня дома папа завел рыбок, и я как бы любил за ними наблюдать, играться, убирать. Это было несложно, было интересно. Спустя какое-то время, когда я стал более большим, да, занимался уже каким-то там бизнесом, у меня возникла идея сделать алушинский аквариум. И мы потихоньку и сделали его. И там получилась самая большая коллекция рыб в Украине. А впоследствии, конечно, и в России стала самой большой коллекцией. Теперь, когда мы делали декорации для рыб в аквариуме, чтобы было красиво, получилось, что пришлось делать домики. Сначала мы просили художников, одного, другого, третьего. Ничего не получалось. Буквально через 20 скандалов я понял, что надо взять архитектора, чтобы он нарисовал нормальный проект, согласовал его со мной, утвердил размеры. И тогда мы как бы, ну, все начинали делать. И когда мы так сделали, получилось красиво. Пришли, дочка попросила барбин домик на день рождения. На день рождения пришли гости и сказали, что такой домик видели в парке миниатюр в Турции, в Ататюрке. И это как бы через полгода -то попадаю. Смотрю, ничего сложного. Вот взяли и сделали такой парк. Первый экспонат, нам показалось, что самый легкий экспонат, это, конечно, здание Государственного совета Республики Крым. Так уж получилось, что впоследствии это здание стало и рабочим местом тоже, да? Но изначально казалось, что там ровные стенки, ничего сложного. Мы первое здание делали, не доделали, бросили, потому что оно оказалось самое большое, в принципе, в парке миниатюр. Вот. Ну, а так, спустя годы, первый проект мы делали 2 года, это Алушинский парк миниатюр. А второй проект мы уже сделали быстрее, за 1,5 года. Ну и следующие 5 лет мы просто его развивали. На самом деле, все мои работы находят меня сами, да? Ситуация какая была, что когда я приехал в город Бахчисарай, мы искали территорию, где бы разместить парк. И мэр города на тот момент говорит, что вот хорошая территория, оставайтесь здесь. Я говорю, минуточку, но тут же у вас пустырь, какая-то свалка заброшенная, никому не нужная. Он говорит, нет, вы не понимаете, тут недалеко Ханский дворец. Я говорю, Ханский дворец через там, ну, очень далеко, а вот сюда не видно, да? 500 метров, но они как бы далекие. Оттуда не видно нас, а от нас не видно их. Ну, в общем-то, как-то уговорил, потому что детство я все провел, вы не поверите. Вот тут прямо за забором, у меня жила бабушка. И я каждый день ходил на Ханский дворец. Были далекие там 80-е годы, когда мы просто брали дома тележку с водой, тащили ее через этот парк, и там продавали в стаканчиках, там, я не помню, там по 10 копеек там, или по копейке. Но тем не менее этот парк для меня был знаковым. И когда мы поставили миниатюрки, мы поняли, что остается огромная территория. Мультяшки. Было... Кто придумал? Ну кто придумал мультики? Дочка сказала, папа, вот мы были на поляне сказок в Ялте, ну там нечего смотреть, я извиняюсь, да? Да простят меня ялтинцы. Ну там нечего смотреть, это вчерашний день, не только вчерашний, он поза вчерашний. У нас мультяшные герои, это и современные мультики, и мультики моей молодости, и мультики моей мамы молодости. Поэтому... А у вас есть самый любимый там персонаж? Конечно, но я вам не скажу. Вот, поэтому и моя мама, и я со своей супругой, и мои дети все с удовольствием там гуляют, и каждый раз мы проходим с улыбкой этот парк. А зоопарк, ну это была далекая, опять же, мечта. Дома был аквариум, а козу мне заводить категорически не разрешали. Хотелось козу? Ну, я не знаю, откуда у меня были такие детские фантазии, но вот хотелось мне в детстве козу. Родители были против, потом у меня были еще кролики. Поэтому у нас кроликов тоже тут большая коллекция. И, в общем-то, мы потихоньку, и спустя вот 5 лет каких-то, уже, наверное, 6, спустя 6 лет у нас получился большущий зоопарк. Я считаю, что он один из самых больших зоопарков не только Крыма, но и большей части России.
почему нам было легко пережить эту пандемию, потому что, ну, не то, что совсем легко. Тяжело, но мы смогли это сделать, потому как в этом году мы планировали сделать новый парк. Два парка. Один парк карпов, где на одной территории было бы 1000 разноцветных рыбок проживали. В одном озере белые, в другом озере желтые, в третьем озере там черно-белые, черно-красные. И так по цветам, с большими хвостами, с маленькими хвостами. Ну, в общем, так скажем, такой океанариум на открытом воздухе, на открытом пространстве. Мы уже это все запроектировали, все это сделали, это была огромная работа. Но вот то, когда оформлялся земельный участок, наконец-то, мы его тоже оформляли уже 2 года. И тут бац, пандемия. Поэтому не успели ничего построить, но зато накормили всех здесь жителей. Перекинули эти средства. Да, просто эти средства с удовольствием съели. И также мы еще хотели второй проект, это парк кошек, где кошки бы жили в одном большом вольере, и люди туда заходили бы за решетку по дорожкам, чтобы кошки гуляли спокойно, а люди были гостями на этом празднике жизни. И туда могли приносить всех бездомных кошек со всего Крыма. И также люди могли взять любую кошку, которая им понравилась, к себе домой. Они все бы проходили бы через ветеринарный контроль. Ну, мы бы, конечно, стерилизовали. Но зато это были бы абсолютно здоровые кошки и абсолютно хорошие. Мы работаем с утра до вечера. В данный жизненный момент мы, конечно, работаем до 8 часов. Но вот только сейчас появились туристы, мы будем работать до 23. Почему именно до 23? Потому что днем все хотят побывать на море, а в вечернее время наш парк становится много очень разных подсветок, очень интересных инсталляций. Все здания начинают висеть в воздухе, в зоопарке есть освещение, у зверей есть возможность убежать, кто не хочет позировать. Те, конечно, уходят в дальние углы, и там все спокойно спят. Кто ведет здоровый образ жизни и общается с народом, те все на работе остаются. Поэтому всех ждем до 23 часов.